Карагандинские спортсменки вернулись с чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в Корее. Наши девушки вошли в топ-10 по итогам турнира по синхронному плаванию. Своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Подробнее в сюжете Бекежана Ардакулы. В южнокорейском городе Кванджу проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Это уже 18-й старт мирового первенства, который продлится до 28 июля. Стоит отметить, что именно в Корее разыгрывается большое количество олимпийских лицензий. А защищать честь сборной Казахстана на чемпионат мира поехали представители 4 дисциплин. Это плавание, мужская команда по водному полу, синхронное плавание и плавание на открытой воде. Чемпионат мира в Корее продлится до 28 июля, но представительницы сборной Казахстана по синхронному плаванию уже завершили свой старт и вернулись на родину. 21 июля у нас закончился чемпионат мира, в котором мы заняли 10 место. Мы вошли в финал комбинированных групп. Для нас это очень неплохой результат. В финал попадает 12 лучших стран мира. Мы вошли в полуфинале 9 лучших, но, к сожалению, мы спустились на 10-ю строчку. А на прошлом чемпионате мира мы также вошли в финал, но были 12-ми. Соревнования по синхронному плаванию проходили с 15 по 21 июля. И тут мы можем увидеть уровень Карагандинской области, так как из 12 представителей сборной 8 спортсменки шахтерской столицы. 16-летняя Итери Какути этим видом спорта занимается уже 10 лет. В сборную ее пригласили в январе этого года, и для нее это первый чемпионат мира. Занимаюсь плаванием 10 лет, в сборную попала в январе. И вот мы уже с этой командой прошли 3 старта, 2 из них серии были, получается, 6 серий и 1 чемпионат мира. Сложности также, как говорили ранее, волнения были, и собраться нужно на старт, держать себя в руках, ни в коем случае не расслабляться. И самое главное – слушать. Если не будешь слушать и доверять старшим девочкам или тренерам, то ничего не получится. По итогам турнира сборная Казахстана по синхронному плаванию в комбинированной группе заняла 10 место. Это хороший результат для наших спортсменок. Также стоит отметить, что на чемпионате мира в дуэте выступали сестры Немич. Они заняли 15 место. Бекежан Ардахулы, Рустам Бараев, Равиль Валеев, 5 канал.